После некоторой передышки инвесторы вернулись к теме эпидемии коронавируса в Китае, а точнее к оценке его влияния на состояние мировой экономики. В итоге спрос на безопасные активы сохраняется. Вчерашняя информация относительно сохранения прежних темпов роста американской экономики развернула котировку индекса доллара по направлению к отметке 98.00. Несмотря на сохранение опасений, различные официальные ведомства пытаются прекратить панику относительно пандемии. Всемирная организация здравоохранения в ходе экстренного совещания объявила вспышку вируса чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение. Но при этом отмечается высокая степень защитных мер, предпринятых китайским правительством, и отсутствие необходимости ограничивать международные поездки и торговлю. Кроме того, Дональд Трамп объявил о продолжении сотрудничества с Китаем в борьбе с коронавирусом. Все это, конечно, относительно успокаивает инвесторов, что мы и видим на графиках пары доллар-иена. Котировка так и не смогла дотянуться до уровня 108.50, развернувшись вверх уже на 108.60. На момент подготовки материала к данному видео график располагался вблизи отметки 108.94. Кажется, трейдеры ждут новостей, которые смогут вернуть котировки устойчивый восходящий тренд. Продавать пару не хотят. Продолжаем наблюдать за колебаниями в широком диапазоне 108.60-109.10. Не изменили настрой в пользу безопасной иены даже публикация статистики из Китая, в которой отмечается стагнация деловой активности в производственном секторе. Показатель PMI опустился к пограничной отметке между спадом и ростом на уровень 50 пунктов. Зато продавцы австралийского доллара активно пользуются моментом. Котировка нырнула ниже ожидаемого нами цели на 0.6710 и даже ушла ниже на 0.6690. Дальнейшее снижение ограничено уровнем поддержки на 0.6680. Трейдеры ждут снижения процентных ставок Резервным банком Австралии, что состоится уже на следующей неделе во вторник. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!